сала цікава. Ми в Таїланді. Отдих починається. Медуза на берег откинула. Где? Что? Прилетели на Пхукет. Сейчас выйдем и нас обдаст теплым тропическим воздухом. В сравнении с шанхайским аэропортом, где мы были в Пудонг, этот на Пхукете, международный аэропорт, он такой маленький, да? Расслаблен. Вообще, тут ковер. Быстро встали. Бегом, бегом, бегом. Роберт. Радостная походка. Мы в Таиланде. О боже, как жарко! Настолько обдает тебя паром, как будто ты зашел в сауну, в какую-то парилку такую прогретую, дико. Все, я пальчиками чувствую влагу, я могу их растереть, я могу умыться. Какая жара! Ну-ка, давай раздевайся, а то ты сейчас спреешь. Да-да-да, офигеть! Я еще сначала вышла, видимо, кондиционер там был, и я такая, ну, вообще, как-то жаром не обдает нормально. А потом сразу так мощно, дышать нечем. Господи, я задыхаюсь, мне нужен ингалятор. Боже, ты зачем парилочка? Ты уже в сауне так. Ребята, это только ночь, это даже еще нет палящего солнца. Кстати, хорошо, что мы приехали ночью, чтобы не было дикого какого-то этого. Шока. Да, ищем машину арендованную и едем до виллы. Ой, чуть не уронила. Короче, мы все в шоке с жары, все раздеваемся как можем, но не уверена, что это нам поможет. Сильно не раздевайтесь сейчас. Вместе с духотой, жарой. Еще и запах моря сейчас ощущается. И это такой кайф, прям сразу отпускной уже вайб. Не знаю, как мы будем выживать в такой непривычной обстановочке, в таком климате. Но нам нужно привыкнуть, что делать. Мы здесь надолго. Мы с Робертом, по крайней мере. О, это наша тачка, ничего себе. Ничего себе. Какая большая. Обалдеть. О, чиназос. Какой-то лутик тут появился. Из дьюти-фри, похоже. Разговеемся сейчас, как приедем на виллу. Вот такой вот вид. С парковки аэропорт. Так много скутеров, да? Байки, байки. Я в шоке. Я в шоке. Организм не может поверить. Все, что произошло за сутки, это слишком много впечатлений. Это все нужно переварить. Учитывая, что мы еще нормально не спали. Буду держать вас в курсе. Да, конечно, вещей у нас дофига. Как это все залезет, и мы вместе в эту машинку, непонятно. Ну, это как бы не наше, но в машине было, и места занимает много. Сейчас попробуем. Но еще можно вниз. Одежду не хотите кинуть? Мам, подай что. С креслом, когда что делать, походу, по рукам будем держать. Тут три человека. Кто-то держит кресло. И вон там, вот эти в окружении чемоданчиков. Ну, кстати, довольно уютно. Может, туда залезть? Вот такая вот установочка тут. Сижу. Там рюкзак еще в ногах. Вот здесь как бы кресло. И ехать нам 1,5 или 2 часа. Идем. Ой, не видно. Ну ладно, короче, со мной зайдем. Взять каких-то продуктов на виллу. Это чисто вот стилек для тебя. О, факин, тут нет ничего.
Как понять, что мы сейчас вообще тут застрянем. Ребят, если что, где эта коробка из кореновки? Вы возьмите что-нибудь. Пистачко милк. Пистачко шоколадный милк беру. Мне кажется, чтобы каждый взял себе снеки. Где? Я про это рассказываю, это сэндвичи, как упаковки из-под пиццы. Многие их берут, ага. Они пользуются спросом. Вот, Принглс. Много. А сколько лейсиков тут необычных, непонятных. Реально. Просто одуреть. Роти, чикен, грин, тай. О, напиточки. Воду, кстати, да, у нас же нет вообще. Нет оригинала. Это не оригинал все равно? Швепс. Сера? Вот. Моя любовь. Его больше нет в России. Ну ладно, я пока вообще не понимаю, что беру. Вот это беру. Алекс. Вау, офигеть! Офигеть, это все бассейн. Oh my god. Да, а вот пристройка, кстати. Да, можно проснуться и сразу в бассейн. А тут повсюду, здесь да. От каждой спальни есть выходы. Вот одна спальня получается. Вау, как здесь хорошо. Вода горячая. Убирай. Давайте просто чуть-чуть. Теперь выдыхаем. Да. Вчера вообще еще и вышли в город. Я первый раз в жизни видела такую розыгрыш в Италии, когда мы были на вершине горы. Угу. Одни, в доме которому 400 лет, в старинном, с привидениями, мне казалось, и мне так было страшно, мы были одни вообще. Причем это было... Это такие воспоминания на всю жизнь. Не дом какой-то где-то в мегаполисе. Это мы просто ехали где-то по Тоскане или где-то. Нет, это я специально заказала. Ну, где-то, это короче. Я специально заказала дом исторический, которому 400 лет. Он находится на горе, недалеко от Чемпитеды. Да, но он один дом стоит. Вот гора ничего и нет. Один дом. Вообще. И вокруг еще россыпь таких гор. И тоже на вершинах этих гор тоже по несколько один-два домика. И они очень круто светятся огонечками издалека. И такие сверчки везде сверчат, и собаки лают у этих домов. Иногда, когда одна начинает лаять, другая подхватывает и с ней здоровается. Как в сказке. Как в сказке, вот реально в сказке. И чтобы с этой горы прийти в городок, который рядышком, это нужно идти через какие-то заросли, прям по горе, прям, ну вот это вообще. И прийти в ресторан, который вообще кажется заброшенным, когда приходишь, там люди сидят, как будто они тут уже 200 лет сидят, уже вросли в эти места, и они такие спокойные, и тебя так странно смотрят, как будто, знаете, пришел какой-то так, как, знаете, сидят какие-нибудь вампиры, там, которым по 200-300 лет, и ты пришел новичок такой, так, наша новая жертва, они сидят, тебя рассматривают со всех сторон, да, скажи, там так полумрак, такой тихо, но вкусно, кстати, было. Блин, прикольно еще. Это было вообще, и это вообще, и звезды, вот, и мы сидим с Юлей на этой горе, взяли, налили вина, зажгли камин, не камин там, ребята, там все, весь дом отапливается из печи буржуйки, накидываешь туда дрова, и они прям искры такие из этой буржуйки выскакивают. Класс. И мы затопили этот, ну все такое старинное, прям аж страшно, когда вдвоем. И мы, короче, сели в этой горе, вот на такие вот гамачки там, вот на этой горе там такой столик, налили вина. Сидели и смотрели на звезды. Вдвоем, мы были вообще вдвоем на целой горе итальянской, вдвоем без детей. Мы ездили вдвоем. Сейчас пойдем на пляж по темноте. Полтретьего ночи. И, кстати, уже на камере, конечно же, не видно, но чуть-чуть начинает светать. Мы планируем взять этой ночи все.
Отдых начинается. Такая теплая вода, скажи. Да. Вообще кайфуешь. Нет, я. Тает. Вот там тоже более джунгли такие. Ну, в целом. В Австралии я жил здесь лет. В север Австралии. И вот юг Таиланд. Идем на пляж. Все, давайте без фото. Да. Какое-то озеро. О боже, так много проводов, и они трещат. Да. Это напряжение аж трещит. Офигеть, как это вообще держится? Как это вот не замыкает ничего? Один проводок перерезал, кому-то все. Даже страшно. Стоять с телефонами прикольно. Да. Слушай, это вообще ребят. О, да, волны. Давай. 3 часа ночи. Мы пришли на пляж. Смотри вокруг. Первый выход на море. А вон там. Обалдеть. Так, а может по песочку-то босиком? Такой звук, мощь, медуза на берег откинула, она не шипит, не шипит, не шипится. Сок, это теплая вода, и типа это просто тебя обмотает. Я училась. Кто? Там что-то бежало. Где, блин? Реально? Видим. Вот тут сейчас где-то, смотрите. Jesus. Прям реально бегало что-то. Боюсь. Бегало. Непонятно. Да, я ж ему сказала, что... А это что? Какой-то крабик. Да, зародыш. Зародыш краба. А что бегало большое, нет? О, пошел! Закопался! Да. Ой, только вы его не трогаете. Там еще собака, да. Почему меня так странно снимает какие-то вокруг штуки? Не знаю. Но это вайбово, как на пленку старую. Это что? А, это лист. Ай. Что, медуза? Ванна, джакузи. Обалдеть. Прям в песочек зарылся. Просто глист. Реально глист. Алик на пальме с кокосами, вот, с открытки какой-то. Эна, смени, Олег, встань. Вау, вау. Алик. Может, не надо, что-то.
ну, спальня все. Выпрямись, ответ. Ну, ты как будто срёшь. Задница не отвлечь. Вот так вот его, вот так вот и спальня. Вот так. Напряги все свои кубики. Давай. Смотри, там, что вы делаете, это просто какая-то зона кайфа. Chill-out zone. Мне жестко натерли вот эти тапки по бокам, я больше не могу в них идти. Поэтому вот, единственный вариант. Работа, конечно, тапки кайф. Спасибо, Альберта. Надо купить такие же. Не, ну босиком в целом, наверное, нормально. Не знаю, пройду ли я весь путь так. Ну все, хочется спать. Отжала я тапки Роберту.